Отлично. Дальше кто у нас есть? Кто у нас есть? Хозяйка есть? У нас не было у нас такого, да? Кто-то, наверное, все-таки выбросил мои кусочки. Ладно, ничего. Хорошо. Занавес есть? Отлично. Занавес самый первый. Тогда еще сейчас попросим, знаете, мы кого кто-то потерял все-таки, мы попросим хозяйку. Кто может быть хозяйкой? Баси! Да. По многочисленным просьбам хозяйка. Хозяйка идет сюда. Хозяюшка стоит немножко в стороне, я скажу, когда вам что делать? Отлично, ветер есть у нас? Ветер также стоит здесь. Здесь будет перед вами импровизированная сцена. Кого я называю, тот и выходит и делает то, что я говорю. Понятно? Понятно? Понятно. Так, собака есть у нас? Отлично. Собачка тоже здесь нет. Давайте немножечко еще чуть подальше отойдем, чтобы было всем видно. Ближе к стеночке. Хозяин. У нас не было, наверное, хозяина, да? Не было хозяина. Кто будет хозяином у нас? Артём будет хозяином. Отлично. Так, запомним хозяина. Где твоя хозяйка? Вот вы вместе, да? Отлично. Давайте еще немножечко отойдем, чтобы больше у нас пространства было. Занавес есть. Два занавеса, да? Кто будет свой занавес? Митроныч, выходи! Ну давайте, Митроныч, выходи. Юля! Второй занавес. Мне нужен очень срочно нужен второй занавес. Вот второй занавес бежит. Вы, пожалуйста, запоминайте, что я говорю, кем я вас назначаю. То есть там собакой, хозяйкой, занавесом. Отлично, есть? Воробей у нас есть? Нет. Да что с тобой произошло? Где воробей бежит? Соловей, отлично. Пойдем. Поменяем воробья на соловья. Конь. Конь, отлично. На месте конь. И цыган Бог. По глазам вижу. Стоит. Итак, сейчас я буду рассказывать вам сказочку. Вы ничего не говорите, просто пантомимой показываете то, что я говорю. В принципе, понятно, да? Все эти такие конкурсы интересные. Итак, внимание. Все слушают. Ночь. Как ночь делает? Я вот постоянно, вот вечером я сижу и смотрю, ночь такая приходит. Ежедневно, честно. Ну, точно бегала такая, всех заворожила за этим, ну, вот так вот полегала, да. Великолепно. И сейчас пошел занавес. Куда вы пошли? Занавес. Вместе вот так стоит. Нажимаем на кнопку. Занавес, отлично. Так. Забывает ветер. Где наш ветер? Он забывает. Он воет. Ветер воет. Он не дует, он воет. Как волк. Страшно. Отлично. Хорошо. Где деревья? Наши деревья должны стоять в поблизости. Они раскачиваются на ветру. Вот ветер воет. Ветер воет. И деревья раскачиваются. Почему ветер не воет? Да. И деревья раскачиваются. Великолепно. Итак. Дальше. Между деревьями пробивается цыган Бор. А ветер воет, деревья... Оп, пробился, великолепно. Он ищет конюшню, где спит конь. Где конь? Конь спит. А цыган еще не нашел, подожди. Конь спит, в это время конь спит. Давайте немножечко кадры перемотаем, конь спит. Где спит конь? Конь! Давай спать! Конь, хватит спать! Разыпайся! Конь спит! Он спит, голову положил на стол. Вот так вот. Постоянно все кони так спят. Я в конюшню прям не захожу, все на столе голову положили. Вот, короче. Хорошо, конь спит. Вот конюшня. Конь спит, как конь спит. Что?
Молча? Нет. Конь спит, ему что-то снится. И что? Он слегка копытами перекроет. Ну, как вот так, все коньки достали. Хорошо. Так, перебрала копытами и тихонько сжёг. Как наш коньки сжёг? Его? Какой наездник ездит, ну, вперёд, его! Я побежал, да? Так конь говорит, хорошо. Перебирает копытами и его делает. Отлично. Так, 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 ему с копытами ржёт. Его. Недалеко от конника пристроился на дереве воробей. Итак, он древний, соловей древний немножко так. Древний! Да, древний. Бывает, иногда открывает один глаз. Как соловей один глаз открывает? Что открывает? Один глаз открывает соловей. Соловей открывает один глаз. Один глаз открывает соловей. То второй глаз открывает соловей. То один, то второй глаз открывает соловей. Вот да, вот древний, соловей, это уставший. На улице спит пес. Где наша улица, где пес? Вот улица, вот здесь улица, пес спит. Слышишь, я пес. Хорошо. Пес хорошо спит, все псы так спят. Деревья шумят, кстати, не забываем, шумят деревья. Как решили? Я просто представляю, все, что вы говорите, приходишь в лес, идут это деревья, боже, ты можешь шуметь так. И за шума даже не слышно, как цыган вор пробирается в конюшню. Вы так шумите? Он да, пробирается потихонечку, потихонечку, да. Отлично. И здесь ворота, перед конюшней стоят ворота. Они держатся за руки ворота, все ворота держатся за руки. И сейчас они открываются. Отлично. И заходит вор. Так. А сейчас он хватает коня. Как вор хватает коня? Приходит в конюшню вор. Что здесь всего лишь 600 килограмм? Я постоянно приглашу по утрам, а еще нам... Зарядочку делаю. Так, он хватает коня. Ты не говоришь, что мне тебе седла. Так, он схватил коня, а пес в это время заливается лаем. Хау, хау, хау! Он еще скрипит. Отлично. Отлично, здесь, отсюда, из дома выбегает хозяйка. Она заохала и закричала. Увидела, что вор ворует коня, зовет мужа. Муж выбегает с ружьем в руках. Цыган убегает. Хозяин ведет коня в конюшню. Великолепно. Пес прыгает от радости. На задних лапах пес прыгает. Воробей летает вокруг. Это брат воробья своей. Что это такое? Деревья шумят. Ветер воет.
Ну, я думаю, для такого театра, наверное, здесь должны быть большие аплодисменты. Желаю вам, чтобы все ваши желания и сбылись в будущем. Все, чего вы хотите. Все, дальше. Ну, я не знаю, наверное, сейчас самое главное всем пожелать удачи на сдаче ЦТ и поступления, конечно, чтобы каждый поступил туда, куда он хочет, чтобы, как говорится, наши возможности балдели от наших желаний. Желаю встретиться через год. И также встретиться, и также пожелать друг другу на следующий год встретиться. Ну, желаю всем отлично поступить, хорошо провести лето, и все, удачи во всем. Хочу пожелать всему нашему классу большому, чтобы все мечты сбыли, чтобы всех была хорошая жизнь, и чтобы все хорошо вышли замуж, все хорошо поженились, и вся, у них была большая семья. Перешка вниз. И что я могу пожелать любимым одноклассникам? Я вам желаю счастья, удачи, любви, всего самого только наилучшего. Я всегда буду помнить о вас, любить вас. Я к вам отношусь только... Короче, вам самое лучшее пожелание. Я вас очень сильно люблю. Желаю каждому пройти его дорогу до конца, несмотря на все препятствия, которые возникнут. Счастья, здоровья, успехов, сдать хорошо ЦТ и поступить, самое главное, сейчас для нас. У меня голос, но я не поздравляю. Дайте коротко. Желаю каждому любви, удачи, конечно же, поступления, ну и всего самого наилучшего. Желаю всем этим лучшим всего самого наилучшего. Ребят, желаю вам здоровья, будет здоровье, будет все. Желаю, чтобы с каждым следующим годом было лучше, чем в прошлом. Желаю всем хорошо сдать ЦТ и чтобы в жизни, ну, было все хорошо. Было сказано много слов красивых. Ну, я пожелаю всем, наверное, самого главного, хорошей сдачи ЦТ и поступления. Сейчас.
держав. А что осталось? Хочу поднять это шампусик за тех, с кем провел 11 лет своей жизни. Может, не совсем 11, но с некоторыми даже больше, чем 11. Чтобы все было хорошо. Ой, желаю самое главное — это здоровье. Конечно же, чтобы все желания исполнились. И очень жду вас всех в феврале на вечер встреч с выпускниками в том же составе, только уже студентов. Прощай!